Сегодня в фитнес-клубе «Кинг» Алексеевка проходит чемпионат Украины по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму лежа Федерации пауэрлифтинга Украины раз в 100%. Это заключительный старт сезона в отдельных дисциплинах пауэрлифтинга. И сегодня на помосте Харькова собрались сильнейшие спортсмены в этих дисциплинах со всей Украины. Стоит отметить Пономаренко Алексея и его абсолютный рекорд Федерации в подъеме штанги на бицепс 100 кг 500 грамм. В становой тяге, как всегда, лучшим оказался Кривоконев Владислав. К сожалению, в этот раз без абсолютного рекорда Украины, но тем не менее с первым местом в абсолютном зачете. Хочу пригласить спортсменов, зрителей и просто людей, интересующихся тяжелыми видами спорта. В декабре также в фитнес-клубе «Кинг» Алексеевка состоится чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. На этих соревнованиях по бицепсу принимаю первый раз участие. Готовились с тренером до этих соревнований 4 месяца. Хотели как бы установить и снять рекорд Дмитрия Головинского. Немножко как бы перенервничал, переживал как бы. Ну ничего страшного, как бы будем стремиться, есть еще к чему. И снял рекорд раз 100, 100,5 килограмм. Исходя из сегодняшних соревнований, то мы поставим новую цель. Надеюсь, что без травм обойдется данный турнир. Новая цель будет заключаться в том, чтобы все-таки фамилия Пономаренко Алексея звучала как рекордсмен Украины, абсолютный рекорд по строгому подъему на бицепс не только в Федерации РАВ 100%, но и во всех существующих федерациях пауэрлифтинга, которые действуют в Украине. Даже если что, может даже и дотянем до мирового рекорда, там, дай бог. Организация данного турнира мне очень понравилась, и я доволен, очень масштабно, очень грандиозно. Люди очень приветливые и очень встречают и поддерживают. Очень благодарен тренеру, что он меня подвел к этому турниру. И потом, и нервами может немножко, ну, достигли. Ну, не то, что хотели, но все равно достигли. Я занимаюсь пауэрлифтингом около 10 лет. Моя любимая дисциплина – это становая тяга. Узнал о том, что будет проводиться Кубок Украины в Харькове, решили приехать. Потянул 262 килограмма. Занял первое место в своей весовой категории и второе место в абсолютном первенстве. Спасибо организаторам. Приятная обстановка, приятный дружный коллектив. Спасибо за то, что приняли хорошо. В дальнейшем буду приезжать, буду принимать участие и устанавливать новые рекорды и новые победы. Второй раз был проведен совместный чемпионат по пауэрлифтингу совместно с РАВ 100 на базе фитнес-центра «Кинг». Постарались создать комфортные условия для спортсменов, зону разминки, зону для выступлений создали. Надеюсь, всем понравилось. Желаю новых успехов, новых рекордов, здоровья, чтобы не было травм никаких. А также приглашаю в декабре на очередные соревнования здесь, на базе «Кинга» по пауэрлифтингу совместно с «РАВ 100».